Северный городок второй раз за неделю прирастает новыми саженцами деревьев. В этот раз липы, клены и рябины пополнили ряды уже прижившихся здесь многолетних растений. В рамках акции по благоустройству коллектив администрации Ленинского района совместно с Брестским городским ЖКХ высаживали 30 деревьев. Поделиться впечатлениями, не отрываясь от работы, решили некоторые участники акции. Дело в том, что мы уже здесь не первый год. Вот наши деревья, которые мы садили, уже попринимались и растут. Вот, поэтому мы продолжаем. Ну, а, значит, работа, сейчас же месячник объявлен. Вот, ну и в рамках месячника мы тоже, как администрация, решили принять, как говорится, своими руками, значит, сделать что-то хорошее. Честно, первое, когда предложили, это, почему мужчина, да, должен дерево посадить, а чего мы не можем дерево посадить? Пришли и посадили. Акций много, и вот как-то предложили с удовольствием, если честно, согласились. И вот запомним, будем даже где-то с детьми, приедем, погуляем с удовольствием. И где-то и их приобщим тоже к этому делу. Поэтому с удовольствием и погода, и само вот... с коллегами выехать очень даже. Для коллектива администрации Ленинского района выполнить такое благородное дело несложно. Они частые участники всевозможных акций, связанных с благоустройством города. После правильной посадки деревьев на территории будущего сквера уже четко просматривается рисунок еще одного зеленого островка областного центра. Я думаю, что через несколько лет здесь будут красивые клены, липы. Будет место летом тень создавать. И какой-то вид, и чем больше зелени в нашем городе, тем, конечно, лучше. Мы стараемся максимально. Каждый участочек где-то есть свободной земли, зная по градопаспорту, что он не под застройку, стараемся высадить дерево, кусты, организовать какую-то минимальную аллею в данном микрорайоне. Присоединиться к эко-акции и приложить руку к озеленению города может каждый. Месячник по осенней посадке продолжится до тех пор, пока будет позволять погода. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.